Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы начинаем играть в игру «Охотник за головами». В 2018 году мы в нее начинали играть, там был нам доступен один эпизод. Ну а теперь у нас полный релиз, так что поехали. Так, один игрок, будем играть на нормале. Выбор персонажа. Выберите охотника. Я буду играть за Мофмена, потому что я на бетте за него играл, мне как-то сподручнее. Так, ну, заставки я смотреть не буду. По крайней мере, те, которые мы уже видели с вами. Худлум Доллс. Поехали. Так, шеф нам дает команду, да, типа, доставь ко мне Свит Энджела. Это первый босс, который встретится нам. А мы с вами против панков, байкеров и всякой швали будем выступать. Ну что, поехали. Так, у нас что там? Прыжок, стрельба. Ага. Ну, вроде бы вспомнил. Адаптируемся. Пару смертей и все будет как по маслу. Группировку повязали, да? Прикинь, чувак со снайперки прям в упор смотрит. Молодец. Так, ну что, мы играем с вами за спецагента, да? Именно за дрона. То есть я бы даже не сказал, что это человек. Это какой-то чисто киборг. И у нас задание. Уничтожить группировку Худлум Доллс. Так что будем этим и заниматься. Чекпоинт. Шикарно. За что ты там спряталась? Ты думаешь, я тебя не вижу, что ли? Шикарно. Дай-ка я дробаш возьму. Мне просто так сподручнее. Что тут у нас? Ха. Вау. Копа завалили. Так, говорят, прячься. Ну и чё? Иди отсюда. Опа. На, опередил. А ты чё? Особое приглашение нужно. Фига вы там, ребята, веселитесь. Дай-ка я немножко испорчу настроение. Ну, не хотят по-хорошему, ладно. Будем по-плохому. Все к ядрени фени там разнесли, да? Действуем аккуратненько. Так, я могу сюда спуститься. Один из трех. Шикарно. Чекпоинт. Так, теперь что мне? Давай УЗИ возьмем, наверное, с тобой. Твою налево, испугали меня только тут взрывами своими. Что там происходит? Воу. Неплохая пушка. Поехали веселиться. И это все? Веселье закончилось? Нет. Не закончилось. Так, я вижу наверху чудика. Так, чемоданчик. Обязательно возьмем. Крысы написано. То есть тут полнейший беспредел. Мы как будто с вами, знаете, в этой зона номер 13. Отчуждение. Где одни панки и убийцы. Так, а сколько у меня патронов? Всего один. Так, лучше я возьму дробовик. Наверх. Отлично. Так, мы заходим с тобой в бар. А, это первый босс. Свит Энджел. Беспредельщик еще тот. Нифига себе, он назвал меня свиньей. Типа он меня зарежет как свинью. Давай посмотрим. А что ты тут прячешься-то? Слушай, дробаш, конечно, хорошо, но такая долгая перезарядка, если честно. Давай сюда, ко мне иди. Он тоже ныкается. Блин, что я делаю? Так и будем, что ли, с тобой? Опа! Фига, битой по лицу. Хорошо, что у меня не мягкие ткани, да? Я все-таки, типа,
дрона, киборга, робота, называй как хочешь. В любом случае не человек, но здоровье у меня все-таки есть. Так, ну что, половину хп отняли у него? Отвали. Опа, дробаш закончился. Ну и чё? Отвали от меня. Блин, мне хочется УЗИ поднять. Вон там он лежит. УЗИ или УЗИ, как оно правильно-то говорится? Наверное, УЗИ все-таки. Так, отходим, отходим. Вот попрыгунчик, а. Не надо. Бросай свой тесак, а. Ну выгляни. Давай. Ух ты, ё-моё. Вот это я немножко, ребят, потерялся. Ну чё, последний удар. Давай с дробаша ему пропишем. Готов, охламон. Ну что, ангелок, долетался? Да, мордочка у тебя симпатичная. Ничего не скажешь. А, помню я этого Сида Хэндсом. Это у нас качок-танцор, можно так его назвать. Поехали. Так, 4 гранаты. Пригодится. Так, секунду. Что-то затишье какое-то нездоровое. Понял. Ну куда ты? Куда ты лезешь? Куда ты лезешь, я тебя спрашиваю. Типа спрятались, да? Вот эти ящики нужно разбивать. В них иногда, ребят, могут всякие штучки лежать. Но не в нашем случае. Давай взорвем тачку. Окей. Чекпоинт. Что тут? Оу! Типа, эй, смотри, охотник за головами. Чувак почесал, побежал, сматывается. Блин, а у него же... Да, друзья мои, а у него... Воу! Тихо! Блин, мне бы хп подобрать как-то аккуратненько. Пока живем. Вон он там стоит. Вот как вот мне его достать, а? Да куда ты там? Твою же налево, а? Он сейчас убежит. Не убежал. Stage Collection. Ничего здесь нету хорошего. Вниз нельзя? Нет. Ладно, погнали далее. Аптечка, слава богу. О-о-о, за мной побежали, да? Эй, ты! Да, это я. Спрятался, стоит мне там. Фулл хп. Чекпоинт. Шикарно. Так, нам нужно здесь наверх. Так, еще один ящик. И калаш. Готовы. Иди отсюда. Так, дробаш, это, конечно, хорошо, но он мне не нужен сейчас. Вопрос в том, куда мне, сюда? Хо-хо-хо-хо. Ну, это вообще красота. Давай, вылазьте все, крысы. Все, что ли? Я только разыгрался, а? Они уже отдуплились. Не, так дело не пойдет, ребята. Слушай, все хорошо с этой пушкой, но проблема в том, что она очень долго активируется. Очень долго. Я, наверное, все-таки возьму калаш. Погнали. Погоди-ка, а тот ящик как мне подобрать? Ага, вспомнил я. Не надо тут буянить. Радость моя.
Блин, прям в спину, из-под тишка. Стрельнул, а, гаденыш. Всю коллекцию собрали. Мне аптечку-то дадите сегодня или нет? Спасибо. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Обалдеть. Две хпшки всего лишь осталось у меня. Ну? Хм, больше никого нету. Это у меня одно здоровье, а вот, ребята, и качок. Да? Сид Хэдсом. Давай, 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 с тобой пообщаемся. По душам возьму дробаш, наверное. И приступим. Не забывайте, у этого босса две фазы. Первая, блин, вот такая вот. А вторая будет с гантелями. Давай, давай, иди сюда. Псих-то недоразвитый, а. Прыгай ко мне. Получил? На еще. Мне не жалко. И еще на. Качок недоделанный, на. Да что такое-то? Что-то с кнопочкой, с прыжком не то. Совсем чуть-чуть осталось. Так. Пошла вторая фаза. Врубает музыку. Берет гантели. Подкачался. И как всегда за мной начинает охота. Опа! Вот это было больно и неприятно. Так, что у него там за гантели-то резиновые такие, я не пойму. Так, иди сюда. Блин, нет, лучше не подставляться. Уходим. Вот он от меня не отстанет, а, никак. Твою ж налево, блин. Бросай, бросай. Упс. Опять? Так, внизу вспомогаловка там прячется. Ой, ё-моё. Чё-то мне это совсем все не нравится. Аптечка. Там еще, конечно, ломик был, но ломик, я думаю, мне не понадобится. Ты отвянешь от меня или нет сегодня? Псих-то, а? Так, промахнулся. Не надо. Блин, все-таки задел, да? Да дайте мне, блин, хп. Есть, друзья мои. Я все-таки быстрее его подбил. Фух, на последней хпшке я его уделал. И всю коллекцию собрали. Ну что, рожа недобитая. Беззубый. Так, следующий кто у нас? Бэтбой Боб. Плохой мальчик Боб. Ну ладно, я преподам тебе урок. Псы. Я помню этот уровень с собаками. Так, где они там у него? Вон они. Воу-воу-воу, успел. Шикарно. Три гранаты. Заходим в зону отчуждения. Погнали. Тихо ты. Как ты молотого кинула, прикинь. А если я так? Блин. Да ёп, просыте. Хорошо, аптечка есть. А ну-ка на. Да блин, опять не достал. Все, взорвал их, я их там. По-моему, да. Че ты тут ходишь? Че ты шоркаешься здесь? Давно не получал, видимо. Чекпоинт, шикарно. О, это бронявый. Кто это постоянно бубнит, а? Что еще за диктор тут?
объявился. Спасибо за УЗИ. Да ё-моё. Да, с дробаша урон, конечно. А ты-то еще, чё тебе надо? Приехал. Ого. Ничего себе, ты псих. Блин, мне это не нравится. Мне это совсем не нравится. Так, вали. Мне бы аптечку. Так, я ее сейчас уничтожу. Все, готово. Так, там сбитый. Давай, прыгай ко мне. Так, с дробашом, с УЗИ. Нормуль. Так, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Воу, тоже в броне. Ну да. Наверху собака, видите? Так, аптечка. Так. А мы можем с тобой... Блин, у меня нет гранат. Че вытворяет? Посмотри. С коктейлем молотова бежит. Фух. Нет! Ха, собака сдохла. Сгорела, так сказать. Но это совсем никуда не годится. Согласись. Две хпшечки всего. Три. Живем, значит. А что здесь они такие мощные-то? Я не могу понять. Не надо. Бутылку свою бросает. Все, доигрался. Так, биту я брать не буду, ребят. Мне не нравится. Бочку. Да взорвись ты там. Окей. Так, девчуля, иди отсюда. Сдохла, я надеюсь. Аккуратненько, аккуратненько. Так, что у нас тут? Ее надо столкнуть. Хм. Чемоданчик поднимем. Ёпрст, что тут? Да завязывай уже. Нифига вы тут устроились. Ну что, давай тогда делать вот таким образом. В спину бомбить, короче. Отходим. Продолжаем. Докатались. Чувак с дробашом. В броне. Жестко. Так, чуть было не зашел в огонь. Короче, беру аптечки. Давай, это Сузи, я вижу. Поднимаем. И наваливаем. Так. Все. Минус. Так, чекпоинт у нас, да, тут? Пусто, к сожалению. Как это? Как ты убежал? Сколько у тебя там было здоровья? Вот объясни мне, пожалуйста, как ты умудрился просто от меня сбежать? Если ты взорвался на гранате. Очень интересно. А, вон он. Блин, у меня больше гранат нету. Так, слушай, вниз прыгать это вообще смертельно опасно. Там еще и псы. Как бы мне так хитро сделать? Я его подбил. Норм. Все у нас норм, друзья мои. Пса этого надо вальнуть. Окей. Так, там какие-то вкусняшки есть или нету? Так, жирный идет. Фиг пробьешь его еще. Так, это у нас что тут? Просто УЗИ, да, и все? Больше ничего хорошего здесь нету? Тогда зайдем. Ага, калаш. Возьмем лучше калашников, да, я думаю. Слушай, по идее сейчас должен быть босс.
Кстати, этот босс отличается от версии, которая была еще в бете. Там не было вот этой клетки. Хотя я могу ошибаться. Надо пересмотреть. Хорош там орать. Давай-ка мы с тобой лучше повеселимся. Упс. Обманул меня, да? Да-да-да-да-да. Начинает тут свои выкрутасы делать. Погнали. А если так? Нормуль? Тебе понравилось? Тихо-тихо-тихо. Так. Помощь позвал. Да ты успокоишься или нет, а? Не тут-то было, родной. Не надо тут свои бочки. Оп, вторая фаза пошла у него. Еще помощь. Может быть, хватит уже буянить-то, тихо. Опс. Че, не попал? Нет, конечно. Не надо. Ты успокоишься или нет, а, сегодня? Дай-ка я его... Блин. Немножко гранаты не успел. Фух, напрягает, напрягает меня он, если честно. Блин. Ну давай, 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 давай. Хорош там выеживаться. Какой-то непредсказуемый. Ну все, осталось чуть-чуть, ребята. Все, готов. Аркаша упал. Это у нас был плохой мальчик Боб, насколько я помню, да? Ну вот и получил свое. Хух. Помню я этого психопата. Огнеметчик фигов. Ну и до него доберемся. Дробаш. Вышел. Да-да-да. Живи, пока живешь. Я до тебя дойду. Так, тут у нас все горит, все падает. Тихо-тихо-тихо, не надо. Аккуратненько надо быть. Опа. Ух, щит. Да-да, охотник за головами пришел. За вами. Минус. Так. Кто-то там у нас шмаляет. Не достаю. Тогда пистолет. Если не достает дробаш, лучше использовать пистолет. Иди отсюда. Так, аптечка. И там еще аптечка. Окей. Живем. Вон он, смотрите. Ходит, еще ржет так идиотически. Типа устроили западню мне, что ли? Да? Олухи. Дай-ка я возьму дробовик. Поднимаемся наверх. Хорош. Такой дурик, а. Опа. А вот это хорошая вещь. Спасибо. Опа, и ящик, прикинь, где спрятали. Офигеть. Так, три заряда для гранатомета. Всего три заряда. Неплохо, да? Отлично, я бы сказал даже. Ух. Сгори в аду. Смотри-ка. Убегает и бросает коктейль Молотова. Чепушила. Чекпоинт. Так, мне что-то это не нравится. Что здесь будет? Понял, я вспомнил, ребята. Оу. Хорош. Давай, ё-моё. Е. Фух, разобрался. Неплохо покатались. Лифт.
Лифт же. Фух. Не, игруха вообще классная. Просто улет. Серьезно тебе говорю. Тут все падает. Ну и куда ты бежишь? Все, добегался. Они такие подлые, да? Кинут бутылку и сматываться. Угли, сгорел. Опс, чуть-чуть, ребят, не так сделал, как надо. Да ну! Ё-моё, и чё прикажешь делать? Слушай-ка, как бы мне его... В смятку просто-напросто. Как бы мне их... Опа! Это ж в броне, ё-моё! Так, секунду, ребята, я вижу, где можно подлечиться маленечко. Так, а вот теперь нужно разобраться вон с теми олухами, которые внизу. Не то совсем. Совсем не то я хотел. О, фул хп. А вот сейчас мы пообщаемся. Сейчас, смотри. Ну чё, гонщики, не надоело вам тут еще? Шикарно. Так, дробаш. Блин, лучше гранатомет, наверное. Хотя я не знаю, что... Что тут лучше. Теперь, наверное, лучше дробовик взять. Ну что, поехали. Босс? Какой там, блин, босс? Не-не-не, давай-ка вот так, наверное, сделаем с тобой. Оу, шикарно. Все-таки саданул, а? Ну, готово. Чекпоинт. Вот это мне нравится. Так, давай прыгай сюда, парень. Как бы мне тебя подловить-то так, а? Не надо. Прыгай в огонь. Но не сгорело, к сожалению. Где-то псина, я слышал. Вон она внизу. Че я делаю-то? Ну, давай, беги сюда. Может, бутылку мне отдашь? Не отдал, к сожалению. Кого я вижу, ребята? Смотрите. Чего он там делает? Так, ага, псина. Ух ты, калаш. Вот калаш, наверное, хорошо было бы взять. 30 патронов, да, всего лишь. Но зато они далеко стреляют у нас. Ха, спрятали, прикинь. Где этот чепушило? Не, не надо. Вот он. Готов. А этих я все-таки подобью, друзья мои. Хочу подбить. Из принципа. Все, докатались. Тогда я возьму, пожалуй, дробаш обратно. 31 патрон, нехило. Прикинь, такая резня, да, здесь копы мертвые. То есть, ну действительно, как будто зона 13. Блин, калаш опять. Как нам лучше с тобой подбить босса? Он будет бегать. Это еще тот псих. Я помню его. С первой попытки вряд ли получится пройти. Вот он. Псих. Я обожаю огонь. Я тебя спалю. Ржет еще, как идиот. Так, я уже забыл тактику. Так, у него тоже две фазы.
Первая, самая легкая. Вот так вот прыгаем, как эти. Туда-сюда. А вот когда мы ему баллон пробьем, вот тогда будет напряженка. Ты-то еще откуда взялся-то тут? Тихо, подожди, что-то мне немножко сбили тактику. Так, а это что еще тут за угли падают? Я не помню такого. Блин, еще помощь пришла. Вон они внизу шоркаются. Ну, он сейчас допрыгается, ребят. Сейчас ему баллон пробьем. Так, у меня патроны закончились. Все, началось. Псих в деле называется. Сейчас еще и угли будут падать. Свои же зажарил там. Так, он бежит сюда, потом сюда пойдет. Он еще быстрее, он будет ускоряться. Будут угли, как всегда, везде тут падать. Так, он сюда. Окей. Воу. Так, смотрим. Сюда. Сюда все правильно. Ну что, осталось пару выстрелов в его пачку, и все, ребят. И он сдуется. Оу, как же так-то? Готов. Все, добегался. Будешь знать свое место. Любитель поиграть с огоньком. Так, ну что же, а мы с вами продолжаем. Трой Лавмен. Мне плевать, кто ты. Я возьмусь за тебя. Вот так вот. Просто въехали в территорию к ним. Тихо. Не уеживаемся. Ведем себя тихо и аккуратно. Я надеюсь, не привлеку никого здесь. Лишнего. Ну и куда ты, толстый, пришел? Эй! Офигеть, какой он толстый, жирный. Поезд пассажирный. Нет, лучше мне все-таки. Или УЗИ, или миниган, это фиг знает. Ты посмотри, какой он жиробас, а. Прострелю, гаденыша. А как же мне нравится музыка, а, ребята. Old school. Так. Такие сидят тут, выпивают. Веселуху я им тут испортил, понимаешь ли. Че ты там с коктейлем Молотова стоишь, блин? Иди сюда. Гаденыш, что творит, а? Все? Так, я могу? Могу. Только вопрос в том, куда мне нужно идти. Опа. Огнеметик. Ух. Мясо само пришло ко мне. Огнемет — это вещь. Гранаты. Берем, конечно же. Горите в аду, упыри. Так, там у нас, по-моему, вроде бы ХП где-то оставалось, да? Да. Доберем, потому что не хватает. Ух. Ну, где враги? Чекпоинт. Че ты там стоишь-то? Просто ошметки. Так, нет никакой секреточки. Оу, зачем так надо было делать? Сам виноват. Так, зашли с вами в мини-бар какой-то. Опа, опа, на ничего себе. Погоди, погоди, родные мои. Все? Твою же налево, я думал, что ты не выживешь. Слушай, со здоровьем-то у нас беда. Дай аптечку, а. Не дал.
Ну, и ты не дала. Печалька. Вон, фулл хп, ребята. Давай-ка мы вот так сделаем. Блин, гранат нету больше. Так, все-таки надо нам захиляться здесь. Слушай, я могу вот отсюда спрыгнуть и из автомата их. А, не могу. Погоди, погоди, а что-то я не то сделал, да? Судя по всему. Блин, я там хотел разобраться, ё-моё. Давай-ка взорвем тачку, может быть. Хотя, погоди. А, чекпоинт здесь уже. Тогда можно ее уничтожить. Да взорвись ты уже. Опа, смотри-ка. Наверху чемодан. А как ты прикажешь его... взять? Ладно, наверное, отсюда. Да что? Блин, думаю, что не попадаю-то? Какой он, сука, жесткий, а? Так, тихо. Не надо подставляться. Давай без подставы, а? Так, что там у нас наверху? Коктейль Молотова, дробаш? Ага. И охламон там прячется. Давай иди сюда. С бабочкой. Упс. Запалил, да, меня? Так. У нас где-нибудь аптечки есть, может быть? Блин. Минус. Так, дробаш, коктейль Молотова и чемоданчик. Но мне нужна аптечка. Твою же налево. Предположим. Так, у нас там панки. Коктейль Молотова, все дела. Самое интересное, куда мне нужно идти? Вниз или вверх? Да пошел ты с своим этим. У меня всего одно касание, друзья. Если меня поджарят, все, это кранты. Так, наверх что ли прыгнуть? Так, скорее всего, мне нужно было вниз идти. Наверх я успею. Верно? Или неверно? Так. Блин, а тут аптечка выпала. Да ну! Твою ж налево. Да аккуратничался, а. Пинка под сраку дали, выкинули. Идите отсюда. Вот-вот-вот-вот, начинается тут. Где он там? Все. Как бы мне вот этого вот олуха-то бомбануть, а? Куда он там убежал, непонятно. А, чемоданчик ты все-таки оставил, да? Молодец, спасибо. Ну вы будете сюда идти? Конечно, будут. А с дробовиком-то фиг ли не идти за мной, да? Ну давай поговорим по-другому. Так, минус. Минус. Опа, подрезал. Фига он дает. Давай заберем это все. Твою налево, блин, надо было чемодан подобрать, а не с айгаком тут прыгать. Окей. Один из трех. Один еще внизу здесь, да, лежит. Блин, я не могу понять, мне куда нужно идти? Вниз, вверх, блин. Да иди ты. Не врублюсь, если честно. Так, там гранатомет лежит. Хм. Понял.
То есть просто беру гранатомет и погнали. Значит, нам наверх. 8 зарядов. Неплохо. На. Погнали. Ух. Так, гранатомет, да? У нас там будет машина потом. Что я сейчас сделал, а? Так, с дробовиком нет? Не, уже не важно. Вот сейчас, по-моему, машина будет, да? Берем гранатомет и погнали. Это хоть потухнет, нет? Нифига, ну тут не тухнет. А, так я до босса дошел. Я дошел до босса. Ну чё, погнали? Босяра. Бухарик, а? Еще тот. Трой Лавман. А зря ты стал сопротивляться мне, парень. Зря. Не надо. Я же помню, что ты делаешь. Ржет? Ну ржи, ржи. Погнали. Да ну. Да что ты? Рэй, что ты творишь, а? Ну где? Бери свой новый щит. Аккуратно. Оу, забыл совсем, ребята. Да отвали ты. Поехали, поехали, надо быстрее, 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 быстрее все это делать. Ты вылезешь или нет? Два раза стреляет он. Три? Ну доставай свой щит. Нет! Ну? Упырёныш, давай поиграем. Давай, бросай коктейль Молотова свой. Теперь будем... Тихо, 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 не надо тут. Тихо, ракеты. Успел. Так, надо будет сейчас калашика взять. Буду с него строчить. По твоей наглой морде. Давай, 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 давай. А чё он? Он даже выстрелить не успел, ты прикинь? Так, погоди, сейчас будет помощь. Где они? Вот они. Явились, блин, не запылились. О, ракеты. Ракеточки. Давай, 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 наяривать. Сейчас будет ракеты опять выпускать, верно? Верно. Все? Выкидывай давай. Каку. Доставай морду. А-а-а, не успел. Да что ты? Какого лешего тут происходит, а? Так, помощь, да? Иди отсюда. Вот именно что good night. Опа. Чё там происходит? Я вообще ничего не понимаю. Опять ракеты или чё?
Опять ракеты, ребята. Ну? Да высунься, это уже там орёт, достал уже. Я уже кнопку нажимаю как... Есть! Фу. Выпал со своего робота. Да. Ну что, друзья мои, первый уровень у нас пройден. Да-да, это первый уровень. Фух. Ну что, друзья мои, второй этапчик мы уже, наверное, будем начинать в следующей серии. А на этом все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Удачи вам!